Усіх вітаю, ви на каналі «Свій час». Мене звати Ангеліна Пичик. І разом зі мною Сергій Жирнов, спеціаліст з міжнародних відносин та спецслужб, колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР та Росії. Сергій Олегович, привітствую вас. Здравствуйте, Ангеліна, і привіт всім нашим зрителям. Традиційно закликаю наших глядачів підписуватись на YouTube-канал «Свій час», на YouTube-канал Сергія Жирнова. Чекаємо від вас на вподобайку і так само закликаємо коментувати наш ефір. Сергій Олегович, в понедельник, 25 марта, Російська Федерація нанесла ракетний удар по Києву. Взриви прозвучали в 10:30 утра. Над столицей воздушные силы уничтожили две баллистические ракеты. Есть пострадавшие. Это все случилось чуть более часа назад, поэтому озвучиваю ту информацию, которая есть на данную минуту. В сети публикуют видео, как дети в Киеве бегут в укрытие под звуки взрывов. Тревога была объявлена незадолго до взрывов. Это связывают с тем, что удар мог наноситься гиперзвуковой ракетой. По предварительным данным, это могла быть ракета «Циркон». Ждем еще подтверждения и официальной информации. Сергей Олегович, с чем вы связываете, собственно, этот удар, это демонстрация чего со стороны Российской Федерации? Эта история, я ее связываю напрямую с терактом в Кроксе в пятницу, да, потому что Путин запустил свою собственную версию, которую, значит, версия украинская, которую не подтверждает никто, кроме него самого. Она совершенно очевидно не укладывается ни в какую логику. Там даже версия ИГИЛа не очень укладывается, а уж версия украинская тем более. Вот. Но поскольку он ее запустил, и поскольку все российские телеграм-каналы и информационные каналы, и пропагандистские каналы, самые главные, Z-каналы, все они теперь отрабатывают эту версию украинскую, то это примерно то же самое, что было, помните, после удара по Крымскому мосту, потому что тогда сменили, значит, командующего СВО, так называемого, поставили генерала Суровикина, который был одновременно командующим воздушно-космическими войсками Российской Федерации. Вот. И тогда пошли вот эти по понедельникам дневные удары по Украине, по инфраструктуре энергетической. Ну вот, это очень похоже вот на это, да, потому что в последнее время у вас была активизация ночных ударов, но вот дневных по Киеву такого давно мы не помним, вот, и я думаю, что это связано вот с этой версией, которую Путин отрабатывает вовсю, пусть эта версия не укладывается ни во что, потому что никакие таджики с Украиной, где таджики, где Украина, вот, но Путину нужна Украина, и ему очень не нужны таджики. Вот, и поэтому, значит, мне кажется, что вот с этим связано. Как вы думаете, продолжатся ли такие атаки со стороны Российской Федерации? Есть ли у них ресурс для того, чтобы ежедневно организовывать массированные атаки? Я думаю, что они продолжатся, но я думаю, что они будут вот примерно в том же плане, как это было при Суровикине. Тогда было так вот: понедельник, вторник удары, потом перерыв, потом понедельник, вторник удары, потом перерыв и так далее. И тогда у них больше был ресурс. Вот, ну, ресурс старых ракет советских у них еще есть какой-то. У них есть новые ракеты, но мало. И плюс по Киеву, когда они бьют, это, в общем, такая больше показательная вещь, потому что в Киеве стоит Патриот, и который довольно эффективно защищает. То есть там практически все, что летит на Киев, мало что пробивает вообще. То есть это вот самое защищенное место сейчас в Украине. Вот, поэтому это, в общем, демонстрация просто такая. Потому что, ну, Путин надо что-то демонстрировать, надо. Если он запустил нарратив, что это Украина, ее, значит, надо покарать торжественно, вот, и так далее. Ну и, конечно же, хотела бы с вами обсудить более подробно теракт, который случился в Москве, в Крокусе. Значит, было сообщение о том, что Соединенные Штаты предупреждали Россию об атаке ИГИЛ. Это подтверждает и спикер Совета национальной безопасности. И ранее я просто напомню, что во вторник Путин назвал американские предупреждения провокационными и заявил, что эти действия напоминают откровенный шантаж и намерение запугать и дестабилизировать наше общество. Как вы, вообще, что вы думаете о произошедшем в Подмосковье и о тех, кто организовал, и о тех, кто прозевал этот теракт? Ну, сейчас потихонечку складывается пазл. Потому что по горячим следам, конечно, было много версий, сейчас вроде как устаканивается. Вот, появляются
сомнения вообще во всем, что озвучено. В том числе, кстати, происхождение игиловское этих боевиков. Я сейчас поясню, что я имел в виду. Но сначала о предупреждении американском. Американцы получили явно совершенно какую-то разведывательную информацию 7 марта. Это была очень точная и очень разведывательная информация, потому что американцы тогда предупредили своих граждан в течение 48 часов никуда не появляться, не ходить ни на какие массовые мероприятия, уехать лучше из России, из Москвы, вот, и не ездить в Москву и в Россию. Но тогда ничего не произошло, потому что был очень большой шум поднят, и, судя по всему, организаторы этого теракта сказали, что не время, потому что, скорее всего, все-таки, хотя Путин и обругал американцев сейчас, но, скорее всего, тогда они, я имею в виду ФСБ и прочие всякие структуры российские, приняли какие-то меры безопасности, потому что это все-таки было за 2 недели накануне выборов. То есть они думали, что американцы просто их провоцируют, потому что выборы путинские и так далее. Вот, американские в этом смысле были абсолютно честны с российской стороной. Но проблема заключается у Путина в том, что он всем врет, и поэтому он представить себе не может, что кто-то ему что-то может честно сказать. Вот, это проблема общая, да, вот тогда даже, когда приезжает какой-то американский, французский, немецкий политический деятель, и Путину просто честно говорит то, что он думает, Путин всегда думает, что им манипулируют. Вот он сам трехнутый, он всем врет всегда. И поэтому он представить себе не может, что ему кто-то может вот из политиков не соврать. Вот, поэтому он начинает думать, и в этом смысле Путиным, кстати, очень легко манипулировать, потому что он постоянно думает, кто его разводит, как разводит, зачем разводит. И вы можете просто, вот, ну я не знаю, там взять золотую монету, сертифицированную, вот сказать ему, это золотая монета, тебе подарок. Он будет думать, что это будет медяшка, выбросит ее наверняка, скажет, ну не может мне какой-нибудь там враг американский подарить золотую монету. Вот ну, на таком уровне. Он просто абсолютно трехнутый. Вот. Но шум, который был поднят, скорее всего, сорвал тогда этот теракт. Они решили, организаторы и исполнители решили не проводить этот теракт. Дальше была неделя 15-17 с выходными, где были выборы. И тогда тоже все на ушах стояли. Я имею в виду службы безопасности. И, скорее всего, решили тоже не проводить этот теракт, потому что слишком опасно, слишком много заточено на эти выборы, и поэтому быстро могут предотвратить, быстро могут среагировать и так далее. А вот потом все расслабились после выборов. Да, Путин съездил, значит, на коллегию ФСБ, поздравил своих друзей, сказал, что они все всегда замечательно охраняют все дела, что, в общем, неправда, потому что ФСБ проспало огромное количество терактов. Путин с Патрушевым, с Бортниковым сами являются предателями КГБ-овскими, советскими. Они не спасли ни КГБ, ни Коммунистическую партию Советского Союза, ни СССР, и поэтому это было все смешно. Ну, дальше все расслабились раз после выборов, а второй все расслабились в пятницу. Да, пятница, конец недели, вот такая двойная расслабуха, она попала как раз очень в унисон с этим делом, потому что всегда какую-то гадость надо делать либо в пятницу вечером, либо в субботу, когда все разъехались, когда выходные, когда просто дежурные службы работают, а основные службы все пьянствуют или там с любовницами и с любовниками занимаются какими-то непотребными делами. Вот. А дальше очень много вопросов по поводу самого теракта, потому что место выбрано с оперативной точки зрения хорошее, вроде бы, да, потому что большой зал, это окраина Москвы, это не Москва, то есть там легко подъехать, легко уехать. Вот. Но это только на первый взгляд. Да, потому что одновременно, значит, это пойма Павшина под Красногорском. Вот. Я эти места довольно хорошо знал раньше, потому что я уехал-то 23 года тому назад. Вот. А у меня бабушка же жила в Архангельском, и я вот в этом Павшино, там они, церковь была, там у нас кладбище, половина моей семьи похоронена вот как раз на Павшинском кладбище под Красногорском. Вот, и я там знаю эти места, но там все перестроили, там теперь уже там все такая Москва такая большая образовалась.
Вот. И самое главное, что вот на этом полуострове Павшинском, который образовался там в пойме Москва-реки, там одновременно находится правительство Московской области, там какой-то батальон ОМОНа, там милиция, там, то есть там есть кому реагировать быстро. Вот, а они никто не отреагировали. И это самые главные вопросы. И я бы сказал так, что если бы это были какие-то вот украинские боевики вот с таким вооружением, то они бы разгромили здание Московской администрации в областной. Потому что зачем им какой-то концертный центр, когда вот власть вот сидит, вот она, Воробьев там и компания. Да, ну, я не знаю, там сидел ли он в пятницу вечером, вот в это время, в 8 часов вечера. Но, в принципе, вот, пожалуйста, орган управления государственного, вот там есть ОМОН какой-то, забросайте их там гранатами, вот, и там будет это объект легитимный, военная цель и так далее. Вот, и поэтому, конечно, никакого украинского следа вот в таком раскладе быть абсолютно не может, с одной стороны. С другой стороны, мы видели по кадрам, что есть две составляющие, которые абсолютно взаимоисключают друг друга. То есть есть очень плохая армейская группа, армейского спецназа, и даже, может быть, даже больше, то есть типа вот у нас в КГБ, в первом главном управлении, в моем управлении С был 8-й отдел, и при нем был такое подразделение «Вымпел». Вот это вот такие ребята, то есть это диверсанты, которые могут там пятеркой поставить на уши маленький город, которые несколькими ДРГ могут поставить на уши маленькую страну, и которые, если полный состав их запустить там в Европу, они за неделю могут поставить всю Западную Европу на уши. Вот это такой уровень подготовки на самом деле, потому что вот мы видели абсолютно хладнокровных людей с большим боекомплектом, с специфическими стрелковыми навыками. Люди, которые абсолютно без эмоций расстреливают большое количество людей прямо прямой наводкой, буквально там в нескольких метрах. Это не террористы. Террористы так не действуют. Потом у террористов есть почерк еще, они больше взрывают чего-то, себя взрывают, там, кричат там, всякие лозунги и прочее. А вот здесь вот основная группа, она очень профессиональная, очень хладнокровная, очень хорошо подготовленная, очень хорошо вооруженная. Вооруженная специальным оружием, в смысле это не калаши, купленные на китайском рынке. То есть это последние модификации российского оружия, которые, в принципе, не так просто сейчас даже купить на черном рынке. Вот. И плюс у них еще модус операнди был очень специфический, потому что они сразу запустили пожар. И то, как этот пожар разгорелся, стремительно разгорелся и очень большую площадь занял, это говорили вот там про коктейли Молотова. Нет, пожалуй, там было что-то другое. Там было, пожалуй, какие-то зажигательные средства такие, опять же, военные, боевые, потому что надо было очень быстро запустить пожар, потому что, кстати, там застрелили они не так много, вот, потому что, опять же, вот если, и здесь вопросы возникают, да, потому что если они боевики, почему у них нет гранат, они могли бы забросать этот зал гранатами, было бы гораздо проще и больше и шума, и впечатления, и результатов. Да, чем там попатронно отстреливать каждого человека. Вот, то есть вопросов очень много остается. И самое главное, когда мы видели эти кадры, то есть там очень статные мужики, такие крупные, физически очень хорошо подготовленные. Вот, а потом нам предъявляют каких-то таджиков, которые выглядят как абсолютно забитые овцы, маленького все роста. Вот, и их вот этих таджиков, которых мы видим, они совершенно не вписываются в ту картинку поведения боевого, которую мы видели в зале. То есть это совершенно разные люди. Вот, и плюс, ну, там возникает вопрос, что я вообще думал по горячим следам, что вообще эти таджики просто их пустили как такой отвлекающий маневр. Вот, потому что они тоже тупые, да, потому что они сели на машину и 300 километров чесали на одной машине, которую срисовали тут же еще на выезде их, значит, модель и их эти самые номера.
Вот, то есть это абсолютно не профессионалы, вот не те профессионалы, которые были в зале, потому что те профессионалы, которые были в зале, они понимали, что им надо сменить 5 раз машину, чтобы уже там, я не знаю, это очень легко делать. Вы оставляете себе там, даже если вы не хотите с боевым оружием, большим, большим боекомплектом, значит, куда-то там ехать, вы оставляете себе пару там пистолетов и просто останавливаете первую попавшуюся машину, либо убиваете водителя, либо под угрозой пистолет забираете его машину и чешете дальше. Вот, и все. И отдаете ему, кстати, машину предыдущую, и можете говорить и так далее. То есть модус операнди абсолютно разный у таджиков и у тех людей, которые производили основной теракт. Вот. Но потом появились видео, которые подтверждали, что таджики все-таки были, присутствовали на месте преступления, потому что они там что-то тоже там стреляют и кому-то там что-то отрезают. Вот. И таким образом получается, что, в общем, было две, по крайней мере, группы. Вот одна основная группа, которая была очень хорошо подготовленная и которая очень быстро ушла. И у меня такое впечатление, что это вообще были люди европейского типа. Вот так вот издалека. У меня времени не было посмотреть документально все это дело, но я вам советую вот нашим зрителям послушать Сергея Слоняна, потому что Сергей Слонян на своем канале и у кого-то там еще в гостях разбирает это. Вот он был на утро февраля и разбирал там буквально до деталей. У меня времени нету так глубоко влезать в анализ этого дела, но я очень согласен с тем, что он говорит, потому что он очень профессиональный человек в том смысле, что вот когда нужно докопаться до деталей, мельчайших деталей, и очень системно, систематически разобрать что-то, он это делает идеально. По-моему, вообще лучший человек в медийном пространстве, который что-то делает. Такое вот экспертное. Вот, и поэтому, в общем, поэтому теракту, и, естественно, возникают вопросы, ИГИЛ, не ИГИЛ, потому что вот таджики, это еще может быть ИГИЛ, потому что Таджикистан рядом с Афганистаном, вот этот Курасон, который, значит, ИГИЛовский, это особая организация, они такие все отмороженные, но там много среднеазиатов. И вот, похоже, их просто как приманку и обманку бросили. Вот. И возникает вопрос, почему американцы купились на эту штуку игиловскую, потому что, в общем, явно совершенно здесь какая-то более сложная комбинация задумана. Но американцев, я не исключаю, что просто даже ФСБ слило через какие-то свои афганские источники или таджикские источники что-то американцам. Американцы, так сказать, предупредили как бы на по доброй воле россиян. Россиянам было пофигу. Ну, Путин вообще просто ему пофигу, потому что бы там ни произошло, это его не касается. Вот. А дальше... И у меня даже такое впечатление, что даже вот если это была организация какая-то, которая... имела выходы на Россию, потому что там явно совершенно, ну, понимаете, что когда нет реакции никакой, когда там правоохранительные органы, вот у них батальон ОМОНа напротив стоит, там Сергей Основян там сказал, даже называл цифры, 4 минуты там пешком идти, вот, а они приезжают через 70 минут, после того, когда все сбежали уже, все уехали, все разбежались. Вот, ну и так далее, там много каких-то вопросов, то возникает вопрос, что вполне возможно, что это еще и продолжение внутренней борьбы внутри Кремля. То есть есть условно, вот я уже несколько недель говорю о такой разбивке, что есть борьба в Кремле между условными отморозками и рациональными. То есть они все эти самые ястребы, но есть рациональные ястребы, а есть отморозки. Да, и вот у меня такое впечатление, что вот отморозки давят на Путина, а рациональные пытаются как-то нивелировать, и вот отморозки, допустим, убивают Навального, а рациональные отдают на тело Навального матери и устраивают похороны, и никого не разгоняют. Вот такие дела. Рациональные отморозки, рациональные ястребы дают возможность Надеждину собирать подписи, а отмороженные его не допускают до выборов. То есть вот такая явно совершенно... Борьба между экстремистами с одной стороны и более-менее прагматиками с другой стороны явно чувствуется в Кремле последние 6 месяцев. Вот. И этот теракт, вот если по реакции Путина видно, что он к нему не был готов.
потому что его реакция 19 часов, спустя 19 часов после акта несет ахинею какую-то про Украину. То есть вполне вероятно, что вообще вот он просто был застигнут врасплох и придумал, значит, экспромтом вот эту историю про украинский след какой-то, которого ни теоретически, ни практически, ни оперативно нету и не видно. Сергей Олегович, ну как мы понимаем, именно ФСБ несет ответственность за обеспечение внутренней безопасности в самой Российской Федерации, то есть мы видим, что это провал именно ФСБ в том числе, то есть давайте еще не забывать историю с российскими добровольцами на территории Российской Федерации, собственно, тоже их провал, еще можно вспомнить историю с Пригожиным, что они не предупредили Кремль, что они не предотвратили, собственно, тот мятеж, который организовал Пригожин. Как вы думаете, может ли быть реакция Путина на это? Я помню, что еще несколько лет назад, по-моему, в 2022 году, украинская разведка говорила о том, что в случае отстранения президента Путина от власти, его преемником может стать действующий директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. По крайней мере, сообщалось, что такой вариант рассматривался представителями российской элиты. То есть, может быть, сейчас Бортников кому-то не угоден, или он сам попадает в эти ситуации? Ну, это, давайте, вы мне задали слишком много вопросов. Да, да, это размышления больше, чем вопросы, наверное. Да, придется нам по полочкам разбирать по составляющим. Да, ФСБ является главной организацией, которая занимается обеспечением внутренней безопасности и контрразведки и одновременно политической полиции внутри Российской Федерации. Но безопасность граждан обеспечивает еще и Министерство внутренних дел, то есть полиция, а дальше еще расширительно Национальная гвардия, то есть Росгвардия Золотова, вот, и какие-то местные полицейские, значит, муниципальная полиция. Так что здесь ответственность множественная. Но, скажем так, с точки зрения борьбы с терроризмом, безусловно, это ФСБ, у которой есть верховенствующая роль. А дальше есть Патрушев, который вообще координирует через Совет безопасности Российской Федерации деятельность этих спецслужб. Вот, и докладывает Путину, и всем руководит Путин, потому что все эти люди, которые отвечают за силовые ведомства, зациклены напрямую на Путина. То есть, допустим, они не докладывают ничего Мишустину, премьер-министру. Мишустин занимается хозяйством, экономикой, культурой там, и прочими всякими делами. А вот эти все силовые ведомства докладывают всегда напрямую все Путину. Они ездят в Кремль, они не в Белый дом. Вот это специфика государственного управления Российской Федерации. Дальше, так, мысль потерял. Чего вы там меня еще спрашивали? Про Бортникова, собственно, что с ним будет, да. Значит, история там про то, кто против Путина, после Путина придет, это все спекуляции, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни, потому что есть Конституция Российской Федерации, в которой записано, если Путина нету, то его место блюстителем престола становится автоматически по Конституции премьер-министр Мишустин, вот, а дальше этот премьер-министр становится исполняющим обязанности президента. И его главной задачей, кроме поддержания функционирования государственной власти, является назначение новых выборов президентских и их организация в течение 90 или 100 дней. Все, больше ничего нет. Никаких Бортников нет, никаких Патрушев нет. Это все Валерий Дмитриевич Соловей рассказывает, и генерал СВР, о том, что у них есть какая-то там борьба, это все туфта. Есть конституция, есть прописанные механизмы, и по этим прописанным механизмам действующий премьер становится исполняющим обязанности президента. Точка. Никаких других вариантов нету. Дальше могут какие-то группы внутренние, элитные, ставить на одного, на третьего. Кто-то может поставить на Володина, кто-то поставить на Матвиенко, кто-то поставить на мэра Москвы и прочие какие-то варианты. Кто-то даже на какие-то там партии, не партии, Медведева там, я не знаю. Но по Конституции расписано все абсолютно однозначно. Премьер-министр, исполняющий обязанности президента, назначает выборы. И дальше вот того, кого там решат они уже выставить кандидатом, вот это уже отдельный разговор. Но, как правило, премьер-министр же и идет сам на выборы. Как это было с Ельциным,
когда Ельцин назначил Путина, то он фактически сделал его своим преемником. Все остальные – это разговоры для бедных, это разговоры для политологов, для криминологов, которые ищут там, я не знаю, там какие-то закулисные заговоры, которые есть, безусловно, но которые не прописаны официально. Вот, и поэтому про Бортникова говорят, что вообще он не самый мощный человек, он, кстати, старше Путина на один год, по-моему, вот, и говорят, что даже в нынешнем ФСБ он больше такой политическая связка с Кремлем, потому что оперативную работу всегда в министерстве ведет первый заместитель руководителя. То есть Королев, он реально сидит на оперативке. Вот, а Бортников оперативкой не занимается. И точно так же, как Шойгу не занимается оперативкой, там у него есть первый заместитель, с одной стороны, и есть начальник генштаба, который главный военный в Российской Федерации. Это всегда так было. В любом министерстве, если возьмете министра, министр – это такая, ну, не скажу цветочная клумба, но все-таки довольно подставное лицо, которое занимается больше политикой, какой-то там пиаром, вот, а руководит министерством, как правило, первый заместитель. Вот. Ну, за исключением, может, там Лаврова, который реально вот куда-то там ездит, постоянно сам дает интервью. Но опять же, он же ездит, дает интервью, а МИД сидит на Смоленской площади, и там огромный аппарат, и вот им, этим аппаратом руководит всегда первый зам. Вот, это так было в Советском Союзе, это так остается в Российской Федерации. Во время нашего разговора приходят сообщения о том, что в Москве 700 человек эвакуировали из больницы, где лежали пострадавшие при теракте. Телеграм-канал об этом сообщает, которые приближенные к российским силовикам, мол, в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова поступило сообщение о минировании. Весь персонал и пациентов больницы вывели из здания. Информация о бомбе сейчас проверяется. Но мой вопрос, Сергей Олегович, какая вероятность повторных терактов? Повторные теракты могут быть, но вот эти истории с бомбами, кому-то я вчера рассказывал, по-моему, на 24-м канале Игорю Гавричаку, потому что вообще в Российской Федерации огромное количество сумасшедших просто. Просто реальных сумасшедших, которые целыми днями куда-то звонят и говорят какие-то страшные вещи. Вот. И поэтому, вот когда звонят, вынуждены проверять, потому что надо проверять, а вдруг настоящее. Но чаще всего это оказывается, что это просто либо хулиганы, либо могут даже звонить какие-то сумасшедшие подростки, просто хулиганить могут, либо сумасшедшие бабки и старички, которым просто скучно дома сидеть, или у них голова поехала давным-давно, и они видят везде, значит, так сказать, зеленых человечков, и о них сообщают в разные правоохранительные органы. Вот. Плюс, когда проходит такой теракт, то, естественно, очень нервозная обстановка и паническая обстановка в обществе. Ну, Путин подогревает, и все они подогревают, потому что они говорят, да-да-да, вот сейчас там у нас там везде там украинцы где-то там бегают. Вот, и поэтому это ждать можно, вот такую просто нервозность. Просто люди, которые трехнутые, будут звонить, и, соответственно, на них обязаны реагировать. Это, вы знаете, как это, подождите, когда это было в каком-то фильме, там человек опаздывает. А, Пьер Ришар, это, значит, французский, я уж не помню, какой, по-моему, это блондин или в желтом ботинке или что-то в этом роде, там, шпионский фильм, когда он опаздывает на самолет, и они, значит, торопятся, вот, и он подходит к телефону-автомату, и дальше, значит, говорится, что рейс откладывается, вот, и его приятель говорит, ты чего, позвонил? А он говорит, да, я сказал, что там бомба, и поэтому, что задержали рейс. То есть вот такие вещи совершенно реальные, даже не только в Российской Федерации. Вот. Но то, что могут быть теракты, конечно, может это продолжаться, потому что если дана отмашка такая, если кто-то замыслил что-то, то можно всегда сделать. Российская Федерация – это 17,5 миллионов квадратных километров. Вот, можно теперь сделать где-нибудь там во Владивостоке, можно делать в Новосибирске, в Иркутске, в Санкт-Петербурге, где угодно. Вот, ну, Питер, Москву держат вроде там, потому что там много ментов и ФСБшников. Вот, теперь вероятнее, кстати, что это будет даже не в Москве, вот, а где-то еще. Но вот эта история с больницей, где находятся пострадавшие от этого теракта,
И это целенаправленная, с моей точки зрения, вот так по горячим следам оценка, целенаправленная акция, потому что получается, что в одном месте уже совершили теракт, а теперь против жертв этого теракта еще делают там, поверх какую-то, создают нехорошую обстановку, когда их вынуждены там эвакуировать и так далее. То есть вот это похоже для того, чтобы еще подогреть настроение жуткие в российском обществе, чтобы вот там, значит, принимать какие-то решения, законы про смертную казнь там и так далее. Для этого нужно создать абсолютно истерию в обществе, и вот это похоже на это направлено. Ну и в воскресенье вечером Макрон созвал Совет национальной безопасности из-за нападения в Москве и объявил в стране чрезвычайную ситуацию. Все из-за того, что Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение в Москве. В Париже считают, что над Францией также нависла угроза. Можете это сообщение прокомментировать? И не только, судя по всему, Париж обеспокоен возможностью таких терактов, но и другие европейские страны. Да, Европа сейчас ставит себе, значит, анализирует обстановку. Ну, действительно, вчера у нас было такое заседание, я, кстати, его уже комментировал, потому что я сейчас работаю на французском телевидении по этим вопросам. Вот я вчера сидел с 10 до полночи на канале LCI. Мы обсуждали этот вопрос. И, значит, ну, во-первых, во Франции были теракты, реально произведенные ИГИЛом, а также другими всякими террористическими организациями, но ИГИЛом в частности. Вот. Во Франции такая вероятность высока была всегда, потому что довольно много всяких диаспор мусульманско-исламских, исламистских, экстремистских внутри Франции и вне Франции. Туда приезжают люди из горячих точек там, и так далее. Всегда опасность в последние времена была. Она даже была выше, чем любая другая. И Франция даже перестала бороться с российскими шпионами, потому что просто сил не хватало, потому что все силы были брошены на исламских террористов. Вот. Но я со своей стороны вчера им добавил еще такую версию, что поскольку Макрон в последнее время взял на себя такую активность в Западной Европе, типа лидерства помощи Украине, и даже стал говорить там о посылке войск натовских в Украину, французских войск в Украину и так далее, то я не исключаю вообще, что может возможность быть проведения теракта под чужим флагом во Франции, чтобы досадить Макрону. Потому что вот для Путина Макрон сейчас, естественно, стал врагом номер один, потому что американцы там играются в песочнице сами с собой, значит, Трамп с Байденом ничего не делают, до сих пор не проводят пакет помощи Украине через Конгресс. Часто ушли на рождественские, на пасхальные каникулы. Вот, то есть американцы выпали полностью из геополитики, ничего не решают, занимаются своими разборками маленьких мальчиков в песочнице. Вот, и образовался пустое место в большой геополитике в западном мире, с одной стороны, и плюс, значит, немцы, которые минируются, Шольц, который никакой, и Макрон, значит, становится таким новым Наполеоном в Европе и даже на всем Западе, берет на себя такую главную роль, потому что, опять же, в Великобритании тоже премьер-министра никакой, то есть пустое место везде образовалось, и Макрон его решил занять. И поэтому, естественно, он автоматически стал чуть ли не главным противником Путина в западном мире. И поэтому я не исключаю, что именно против Франции будут направлены какие-то усилия. Тем более, что уже было вот последние два, значит, нападения террористических на учителей, на школьных учителей старших классов, когда были убиты два учителя, зверски совершенно. Оба убийства совершили выходцы из Российского Кавказа, то есть чеченцы, ингуши вот в этом плане. И поэтому я совершенно не исключаю такие вещи. И в этом смысле президент Макрон правильно сделал, что привел в повышенную боеготовность антитеррористические силы. Но у нас не объявлено какое-то экстремальное положение, просто повышен уровень террористической угрозы. То есть, грубо говоря, у нас ничего там не прекратили работать магазины, ходить метро, ездить поезда,
Но, так сказать, повышенное внимание и, самое главное, мероприятия, публичные мероприятия, вот за ними будут смотреть и, возможно, даже будут что-то там отменять, публичные мероприятия, концерты вот такие массовые. Вот, то есть это в этом смысле, мне кажется, что президент Макрон правильно абсолютно это сделал и правильно отреагировал, потому что, скорее всего, тоже у них есть какие-то, значит, источники, которые им говорят, что вероятность повышится. Сергей Олегович, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время, присоединились к нашему стриму. Сергей Жирнов, спеціаліст з міжнародних відносин та спецслужб, колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР та Росії, був з нами на зв'язку. Друзі, ще раз нагадую, підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», підписуйтесь на YouTube-канал Сергія Жирнова, обов'язково прокоментуйте нашу розмову, для нас це важливо, і ми чекаємо від вас на вподобайки. Спасибі вам.